Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор самого любимого твистера у меня. Это Reins Fat G-Tail Grub. Данная приманка выпускается в трех размерах. Это 2, 3 и 4 дюйма. Но я чаще всего ловлю на 2-дюймовую приманку, поэтому расскажу более подробно о ней. Этот твистер имеет в 2-дюймовом размере длину в таком вот положении 40 мм. Тело достаточно классическое у данного твистера, оно немного такое вот рельефное, то есть есть небольшие такие вот ребрышки, сечение круглое у твистера, но тело особо, так скажем, непримечательное. Что интересно у этой приманки, так это хвостик. Хвостик имеет среднюю ширину, он достаточно тонкий и по всей поверхности данный твистер имеет вот такие вот шаровые выросты. Можно видеть, что по всей поверхности они присутствуют. Ну и кончик у твистера загнут, соответственно, немного в сторону хвостика. Данная приманка сделана из съедобного силикона. В ней содержится и соль, и аттрактант. Большинство расцветок являются тонущими, за исключением такого цвета, как лох. То есть очень уловистый цвет. И примечательно, что он сделан в плавающей версии. То есть все другие расцветки, которые у меня имеются, а их около 10, они все тонут. А вот данная приманка в цвете лох, она является плавающей. Вообще, данная приманка выпускается в огромном ассортименте цветов. Их более 50. Ну и самый, наверное, привередливый рыболов найдет ту расцветку, которая ему понравится. В пачке у нас находится или 16, или 20 приманок. Все зависит от расцветки. Находятся они в таком вот классическом рейнсовском пакетике с зип-замком. Внутри, как можно видеть, отсутствует какая-то емкость для твистеров. Ну, собственно говоря, это и не нужно, так как подобран оптимальная консистенция силикона. То есть этот твистер, он и с одной стороны достаточно мягкий, но в то же время и живучий. Данную приманку оснащаю или одинарными крючками, использую, как правило, или S59 в размере номер 8, или Float Rigger в размере номер 6 от компании Owner. Ну и также очень часто использую офсетный крючок. Ну и, на мой взгляд, идеально подходит Decoy Worm 19 в размере номер 6. То есть я пробовал много офсетных крючков с данной приманкой, но как-то вот данный офсетник мне больше всего понравился в сочетании с Fat G-Tail. Данная приманка, ну как вы понимаете, на проводке хвостик активно колеблется. Провожу или ступенькой, или подбросами. Ну, иногда хорошо работает и равномерная проводка. Ну, и периодически необходимо делать паузы. Данная приманка отлично ловит разнообразную рыбу. Ну, в первую очередь, это, конечно же, окунь. Но и там щука, ясь, голавль, ну и другая рыба также стоит в очереди за данным твистером. Если кто-то не пробовал, то советую попробовать данную приманку. Твистер очень уловистый, ну и стоит недорого. В пачке 20 приманок, то есть одна приманка получается достаточно стоит бюджетных денег. Всем спасибо за просмотр, всем пока!